Итак, наступил долгожданный день, Великий Четверг. Чистый четверг, мы теперь так говорим. Прочь уныние и страх. Будьте готовы встретить Господа. Приготовьте комнату, украсьте ее светом, цветы на стол, новая скатерть, лучшая посуда. Приготовьте пасхальную трапезу, хлеб, напиток виноградный. Приготовьте себя, омойте ваши тела, оденьте лучшее платье. Приготовьте ваши сердца. Это самое сложное. Очистить сердце от закваски порока и лукавства. Мысли продуть Духом Святым, дабы помышления духовные воцарились в сознании нашем. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Сегодня у вас чрезвычайно дорогой гость. Сегодня в вашу комнату придет Христос. Примите его достойно, и вы испытаете необыкновенный поток благодати. Вы будете переполнены радостью. Вы испытаете невероятное чувство свободы. И вы воспоете славу Спасителю. И ваша песня вольется в поток несмолкаемой хвалы Господу. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь.